Вечерний эфир ТСВ продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работают Светлана Мартынюк и Александра Гашицкая. Сегодня стала известна информация о том, что силовики Молдовы депортировали председателя Тираспольского городского суда Анну Мамей. Судья возвращалась домой в Приднестровье. Силовики Молдовы отказали ей во въезде и депортировали. Сейчас с нами на связи министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Добрый вечер, Виталий Викторович. Добрый вечер. Ну, сразу хочется спросить, во-первых, подробности этой истории, да, с какими документами была судья, какие основания были у Молдовы для того, чтобы, ну, запретить ей вернуться домой. И когда это произошло? Произошло сегодня, ранним утром или ночью. Человек возвращался в Приднестровье на место постоянной работы, место постоянного жительства. Вот, с территории Российской Федерации, и в аэропорту Анна Константиновна была задержана представителями силовых структур Молдовы, которые заявили о том, что они ее не пропустят. Вот, и, собственно говоря, создали условия для того, чтобы она вернулась обратно на территорию Российской Федерации. Причем забрали все документы, и документы ей вернули только уже через экипаж самолета. В числе документов был только российский паспорт, приднестровские документы, приднестровский паспорт представитель Молдовы забрали. Ну, вот. Я не помню такой истории, когда обычно приднестровский паспорт – это доказательство того, что, да, человек живешь, проживает здесь. Ты живешь, у тебя есть прописка, здесь, ты живешь и работаешь в Приднестровье. Действительно, грубо нарушаются права граждан Приднестровья. Раньше в Молдове даже была отменена некая административная ответственность. У нас есть договоренности в рамках переговорного процесса. Приднестровский паспорт, равно как и другие документы, являются легитимными для Молдовы, для действия на их территории, мы все это знаем. Но в данном случае молдавская сторона перешла уже все возможные красные линии и грубейшим образом нарушила права и свободы человека. Одни из основополагающих прав – это право на свободу передвижения, на свободу и места жительства, на возвращение домой. Все это действительно было сделано максимально грубым и таким демонстративным способом. Вот, поэтому мы считаем, что ситуация не терпит отлагательств. Мы надеемся на оперативную реакцию по линии и ОБСЕ, и действующего председательства. Я надеюсь, в феврале у нас таки состоится встреча с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты. И, конечно, нам нужна активная, такая проактивная позиция всех международных участников переговорного процесса, потому что это грубейшее нарушение. Представьте себе, это наша гражданка, которая живет и работает в Приднестровье, да, которая просто не может вернуться к себе домой, к своим родным, близким, вот, которые нуждаются в ней, нуждаются в ее внимании, помощи и так далее. Вопиющая ситуация. Вот. Сегодня уже, конечно, мы провели всю необходимую работу для того, чтобы проинформировать других участников. Но это делается, на мой взгляд, подчеркнуто, цинично, демонстративно и делается представителями силовых структур Молдовы. То есть человек сейчас даже не в какой-то зоне ожидания, да? Ее документы никем не рассматриваются. Ее просто посадили на самолет и отправили обратно. Да, да. Не в зоне ожидания. Человек уже прилетел и обратно вернулся на территорию Российской Федерации. Вот мы будем, конечно, бороться за возвращение нашего гражданина. Напомню, что у нас это, к сожалению, не единичный случай. А в прошлом году у нас была еще одна ситуация с нашим гражданином, который до сих пор так и не был пропущен тоже на место постоянного жительства, на место своей работы, где живет родные, близкие, семья. И это уже является такой сигнальной тенденцией, потому что то, что делает молдавская сторона, по нашей оценке, они как раз делают вот в контексте изъятие документов в Приднестровье. Это все связано с законодательными изменениями, которые они приняли в прошлом году. Вот эти вот криминализация так называемого сепаратизма, это некая такая выдуманная статья с максимально широкими полномочиями. Под которую очень удобно вообще приписывать абсолютно, да, все что захочется. Хорошо. В заявлении МИДа, да, вот, которое вы опубликовали сегодня в связи с этой ситуацией, есть строчка, в которой вы говорите о том, что эта ситуация может служить поводом для того, чтобы собрать формат 5+2. Действительно ли, ну, могут откликнуться молдавская сторона из-за этой ситуации собраться? Ведь мы знаем, что последнее время вообще организовать эту встречу всегда очень сложно. Знаете, в данном случае мы говорим о том, что мы апеллируем ко всем участникам международного формата 5+2.
Что касается созыва этого формата, вы знаете нашу позицию, это позиция Приднестровья, Российской Федерации. Мы не видим объективных препятствий для нормальной работы. И наша недавняя встреча с политическим представителем Молдовы показывает, что на самом деле все участники могут прекрасно находиться в одном помещении, работать, включаться в обсуждение тех или иных проблемных вопросов. Здесь ограничений нет и быть не может. Но в первую очередь мы, конечно, не будем ждать созыва формата официального, неофициального и так далее. Можно работать на любых уровнях и в удобных формах, но мы будем бороться за права и интересы наших граждан и будем апеллировать ко всем участникам этого формата. Отдельно, конечно, мы будем активнее работать с правозащитными международными и европейскими структурами, потому что то, что делает молдавская страна, никак нельзя назвать ни следование европейским принципам, нормам, ни соблюдение прав человека или там демократических свобод. Это абсолютно разные вещи, противоположные. И нас тоже интересует внешняя оценка таких действий властей Молдовы, потому что это, конечно, действие деструктивное. Это нарушение договоренности переговорного процесса, это разрушение формата диалога, да, направленного на поиск каких-то компромиссных решений. Это путь к эскалации, это удар по гражданам Приднестровья. Да. Сегодня они целят в граждан Приднестровья, но на самом деле, конечно, молдавская страна в целом против Приднестровья использует гибридные методы давления. Мы видим в этом и политический элемент, потому что, по сути, оказывается политическое давление на нашего гражданина, на сотрудника органов власти Приднестровья, но посредством вот ограничения свободы передвижения, административных ограничений. Я полагаю, что молдавская страна здесь переходит к элементам уже такой очень опасной эскалации. Поэтому тем более нужно всем вместе сделать так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Виталий Викторович, вот еще, да, в контексте этом хочется заметить, да, что они не побоялись, да, молдавские власти, в СМИ появилась официальная причина отказа, якобы, да, во въезде для Анны Мамей, не смогла обосновать цель визита, да, то есть вот приднестровский паспорт с пропиской, вот настолько цинично, да, что вот даже они не побоялись это опубликовать, что есть вот даже... Место жительства уже не является якобы вот есть официальная причина. То есть вы уже это упомянули, но хочется еще раз уточнить, вы связываете, да, с профессиональной деятельностью вот эту депортацию Анны Мамей? На самом деле каждый гражданин Приднестровья сегодня находится под определенной угрозой. Мы все должны это понимать и давать отчет. Вы знаете, и ранее многие граждане Приднестровья попадали в сложные ситуации, вне зависимости от того, где они работали в конкретный момент времени, либо в прошлом. Поэтому в какой-то степени, да, мы связываем это с деятельностью, профессиональной деятельностью нашего гражданина. Об этом сказали прямо сотрудники спецслужб Молдовы, когда отказывали во въезде. Но что касается формальных объяснений, не смог объяснить причину, то это просто позор. Это позор, и в первую очередь позор для молдавской страны, потому что более нелепого оправдания найти тяжело. Все международные партнеры прекрасно знают, что наши граждане и документы предъявляют, как вы справедливо заметили, с пропиской и так далее. В прошлой ситуации человек вообще с семьей возвращался, понятно, да, там были родные, близкие. Поэтому все это, конечно, явно, скажем так, очень далеко от каких-то принципов и адекватного поведения со стороны Кишинева тоже. Это просто брутальное, наглое, циничное давление, наверное, с целью запугать людей, с целью вызвать какое-то внутреннее недовольство и, может быть, что-то продемонстрировать. Но в данном случае тут демонстрация, наверное, бессилия Кишинева, потому что они не способны вести нормальный диалог, как мы видим, ответственный диалог, да, не решаются проблемы, отказываются от ранее взятых на себя обязательств, а в то же время издеваться над людьми в аэропорту выборочно, да, вот так вот, изолируя их от общества, не давая им проехать и так далее, они способны. Но это позор и бессилие, и это очевидно. Я бы хотел, чтобы такие действия, конечно же, получили оценку на политико-дипломатическом уровне, потому что мы не находимся один на один с Кишиневым в нашем диалоге, мы находимся в международном процессе, это сложный комплексный процесс. И те партнеры, которые заявляют о том, что приднестровское урегулирование имеет значение для Европейского Союза, для США, для ОБСЕ, это постоянный ежегодный приоритет, должны доказать, что это действительно приоритет, что они действительно поддерживают нормальный цивилизованный механизм урегулирования, а не такие вот односторонние действия, нарушающие права и свободы людей.
Вчера, озвучивая послание, да, Вадим Николаевич Красносельский говорил о том, что переговорный процесс, он очень важен, важно его налаживать, но и обращал внимание на современные способы коммуникации, да, на то, что можно было бы перейти к онлайн-встречам, если уж так сложно теперь происходят все эти процедуры согласований, хочется сказать, даже уговоров с какой-то стороны Молдовы приехать в Тирасполь и, ну, обсудить проблемы, которые только копятся. Вот этот вопрос, допустим, можно же было бы наверняка решить, вот ровно как мы с вами сейчас связываемся, 2 минуты времени, и у нас есть диалог, почему в таком же формате нельзя говорить с вашим визави? Вы знаете, вот что касается общения с моим визави, у нас здесь, к счастью, пока сложностей особых нет. Это можно сделать по телефону, можно сделать онлайн, можно увидеться, как мы недавно виделись. КПД от этого общения, да, результативность этого общения, она нулевая, к сожалению. Поскольку мой визави, как вы видите, и он публично заявляет СМИ, вот, на встречах, конечно, он ведет себя по-другому. Вот, после встреч уже даются какие-то послематчевые конференции, где мой визави рассказывает, что он на самом деле думает и о чем он молчал в ходе встреч. Так вот, он показывает, что Кишинев сегодня имеет определенную политическую установку на конфронтацию. Они не нацелены на решение проблем. И вот здесь вот кроется главная причина. Нам нужен международный формат для того, чтобы использовать потенциал этого механизма, безусловно полезного, безусловно авторитетного, для, скажем так, поиска политического импульса, для того, чтобы молдавская страна проявила волю к нормализации диалога, отказалась от издевательств над людьми, от нарушения прав и свобод граждан. Понимаете, это важно. Что касается формы, то да, Вадим Николаевич, безусловно, предлагает альтернативные модели. И на самом деле у нас переговорный процесс знал разные модели диалога. Да, и у нас был длительный период, когда Кишинев просто покинул стол переговоров, официально вышел из переговорного процесса. И в то же время в формате 5+2 проходили неофициальные, неформальные консультации. Понимаете? То есть официальные лица ездили на неформальные консультации, это было нормально. Поэтому можно вернуться к этому опыту. Он у нас был с 2006 года по 2011. Можно использовать другие методы, но это будет эффективно только когда к этому активно подключатся наши посредники и гаранты с наблюдателями. Когда мы увидим определенную такую общую консолидированную позицию, которая заставит одну из сторон переговорного процесса не применять меры давления на другую сторону, что противоречит всем мыслимым принципам диалога, которые заставят отказаться от мер нарушения прав и свобод граждан. Поэтому диалог важен, формат здесь имеет большое значение, но что касается формы, да, здесь это вопрос вторичный. Виталий Викторович, да, и вот мы видим, да, что Кишинев уходит от адекватного диалога и при этом своими действиями, экономическим давлением, политическим давлением вынуждает приднестровцев, да, заявлять громко уже о том, что, ну, так больше продолжаться не может. Мы знаем о том, что завтра в Тирасполе готовится большой митинг, люди выйдут, да, со своими требованиями, с тем, чтобы заявить, что, ну, больше так продолжаться не может, то, что сейчас происходит, вот это давление со стороны Молдовы. Как вы считаете, да, то есть вот уже вот все способы... Все иные исчерпали мы возможности влияния, методы, чтобы рычаги. Нас услышали, да, то есть вот получается, вот это сейчас остается такой вот да, момент, когда нужно выходить на улицу людям. Вы знаете, молдавская страна многие годы, да, ведет гибридную войну, оказывает давление, ограничивает Приднестровье во всех сферах, и примеров очень много. Это обострилось в последнее время, и главный тезис Кишинева, он заключается в том, что якобы политические элиты Приднестровья как бы исповедуют одну парадигму, а народ Приднестровья всем доволен. Ну, знаете, уже за гранью цинизма эти абсолютно нечестные заявления о том, что якобы Молдова там лечит граждан Приднестровья как будто бы бесплатно, да, на бюджете, это полный нонсенс. Конечно, нет. Конечно, если кто-то и лечится, то оплачивается, но мы же не заявляем, что в Приднестровье живет там 100 тысяч граждан Молдовы или даже больше, и что бюджет Молдовы нам должен денег. Это просто разговор, ну, уже переход на неадекватный уровень, поэтому я просто показываю примеры, когда молдавская страна пытается спекулировать и как будто бы заигрывать на общественных чаяниях, что типа народ Приднестровья, все нормально у него, вот отдельные элиты политические, вот они не находят понимания с Кишиневым. Нет. Все приднестровцы страдают, и в первую очередь то, что делает Кишинев, это бьет по людям.
И об этом говорил президент, публично обращаясь к руководству Молдовы. Это важный момент. Поэтому от позиции каждого из нас сегодня зависит, скажем так, сила нашего голоса, сила нашего единства. Это важно. Важно, потому что, как вы видите, каждый день я слышу какие-то новые выдумки. Кишинев ищет оправдания. И они скользят, у них не получается оправдаться, они несут, ну, каждый день рождают новый какой-то тезис, который еще менее адекватный. Вот, и вы видите, они лихорадочно ищут, как бы постфактум уже ввели меры давления, и теперь пытаются придумать, как бы оправдать эти пошлины. Никак их нельзя оправдать. Это нонсенс со всех точек зрения, как мы говорили. Двойное налогообложение – это недопустимо. Так вот, помимо Дании, есть еще важный элемент. Вот смотрите, издеваются над людьми, да, ограничивают свои права и свободы. А чего они хотят? От переговоров отказываются? Президент Приднестровья пригласил руководство Молдовы к диалогу. И да, с момента избрания молдавского президента до настоящего дня это приглашение с открытой датой. Конечно, мы готовы к этому диалогу на любых уровнях. Пожалуйста, давайте продолжим практику общения там, президентов. Давайте на уровне правительства общаться. Нет проблем. Но молдавская сторона, создавая давление, в то же время не может определиться с тем, а чего же она желает. Просто зла каким-то отдельным гражданам Приднестровья? Ну да, я вижу, что он, скорее всего, так. Потому что у них нет альтернативного, ну, скажем так, запросная позиция. Чего вы хотите? Вы готовы к диалогу? Ну, садимся и обсуждаем. Что вас волнует? Да? Как вы готовы решать проблему? Вы хотите мирно решать? Ну тогда, пожалуйста, добро пожаловать за стол переговоров. Может быть, вы не хотите диалога, вы не хотите мирно решать. Но вот то, что я вижу, это полный, скажем так, отказ принимать на себя ответственность за ведение мирного диалога. Я вам скажу, что это не моя точка зрения только лишь. Это позиция ряда наших международных партнеров, которые тоже удивлены. Потому что, ну, раз вы создаете какие-то проблемы, ну, давайте тогда предлагайте варианты решения. Ну, пожалуйста, ваши кишиневские варианты, где они у вас? Пусть они и будут, тут проблема с позиционированием. Поэтому они, знаете как, создают проблемы и убегают в то же время, боясь сесть за стол переговоров. В этом вопиющая слабость позиции Кишинева, поэтому тем более очень важно, чтобы наше приднестровское общество заставило молдавскую сторону вернуться к какому-то ответственному подходу. И я надеюсь, что международные партнеры с каждым днем все более четко, более ясно будут понимать, что подходы молдавской стороны, они противоречат нормальному цивилизованному диалогу. Это не цивилизованный диалог. Как вы думаете, вот международные партнеры и Молдова услышат завтра голос? Вообще, можно ли повлиять на них вот таким образом? Уверяю вас, они слышат голос и в Кишиневе, и не только, и видят. Очень важно, чтобы, повторюсь, у нас было четкое понимание, что мы находимся в нашем государстве, которое способно защитить наши интересы, и что нам надо плечом к плечу отстаивать свои интересы громко, четко, потому что правда на нашей стороне. Спасибо. Спасибо, Виталий Викторович. С нами на связи был министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Вчера президент озвучил послание к органам госвласти, и большой блок задач и целей на 2024 год был адресован Министерству здравоохранения. Но об этом поговорим прямо сейчас. С нами на связи министр здравоохранения Кристина Албул. Кристина Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, в чем, какой основной акцент вот, касательно деятельности Минздрава на ближайшее время был озвучен президентом вот в этом послании? Ну, президентом поставлены перед ведомством задачи, которые нам необходимо реализовать в 2024 году. Конечно же, основной акцент – это качество оказания медицинской помощи, это доступность оказания медицинской помощи для всего населения нашей республики. Конкретные задачи в послании будут направлены в адрес Минздрава и уже к исполнению для всех лечебно-профилактических учреждений республики. Но это такие задачи, да, которые вы озвучили, это, в принципе, наверное, то, чем занимается министерство ежегодно. Может быть, само министерство перед собой ставит какую-то конкретную задачу, на которой оно будет сфокусировано в большей степени? Нет, те задачи, которые были поставлены президентом на 2024 год, это не наша текущая работа. Конечно, текущих вопросов достаточно много в системе здравоохранения. Это как раз то, что нам необходимо, то, что мы планировали для себя, и те задачи, которые поставил президент, реализовать именно в 2024 году. Это и переход на пилотный проект ряда лечебных учреждений в рамках поручения. Это программа диспансеризации, которой мы работаем не один год, и в этом году мы представим этот проект на рассмотрение и
правительству, и президенту для последующего согласования и утверждения. Это принудительное лечение пациентов с туберкулезом, которые уклоняются от лечения. Это фонд капитальных вложений, который нам необходимо продолжить и реализовать в 2024 году. То есть есть те задачи, которые предусмотрены на этот год, их необходимо реализовать. Кристина Валерьевна, вы упомянули фонд капвложений, да, но мы знаем, что в бюджете на этот год уже он был сокращен, да, из-за сложной ситуации. И, в принципе, сегодня даже было слышно по посланию, было понятно, что очень много задач и целей, которые президент озвучивал, он говорил это все с оглядкой на нынешнюю ситуацию, на то, какое, да, экономическое давление оказывается со стороны Молдовы. Вот насколько возможно будет сохранить в том виде, в котором сейчас... Сейчас, да, они в бюджете заложены, целевые программы, те, которые касаются здоровья населения. Что касается государственных целевых программ, все 6 государственных целевых программ, которые утверждены и работают на территории нашей республики, они будут реализованы. И несмотря на сложную ситуацию, внешнеполитическую ситуацию и внешнеэкономическую, ни одна программа не будет секвестирована, по крайней мере, на данном этапе. И несмотря на вот все последние годы, на все трудности, все государственные целевые программы, они были профинансированы в полном объеме, потому что это в первую очередь касается здоровья наших граждан и сохранения их здоровья, профилактика, лечение в том числе. Поэтому на сегодняшний день задачи или установки, что государственные целевые программы будут сокращены, этого нет. Мы будем реализовывать все мероприятия, которые запланированы. Кристина Валерьевна, мы много, да, в своих сюжетах и в программах говорим о государственной программе лечения за рубежом приднестровцев. Да, и вот мы видели по бюджету 2024 года, что денег выделили больше на нее. Это означает, что она эффективна, да, как она сейчас работает, и да, какие объемы в этом году, и какие направления в приоритете, онкология, сердечные заболевания и вот в этом году. Программа работает, ежегодно мы направляем около 700-800 пациентов, которым спасаем жизнь за пределами нашей республики. То есть это те пациенты, которым не может быть оказана медицинская помощь здесь, в наших государственных лечебно-профилактических учреждениях. И мы ежегодно расширяем категории граждан, которых мы направляем на лечение за пределы. В этом году мы тоже предусмотрели новые направления, согласно жизненно важным показаниям для направления на лечение за пределы. И предусмотрено в бюджете больше, чем было заложено в 2023 году. Предусмотрено практически около 38 миллионов на лечение за пределами. Это не окончательная сумма. Конечно, количество пациентов может быть больше, чем предусмотрено в бюджете. Мы вносим соответствующие изменения на протяжении года. Поэтому программа себя хорошо зарекомендовала, и те граждане, которые не могут получить медицинскую помощь на территории нашей республики, они получают ее за пределами. Либо это Республика Молдова, либо это Российская Федерация, с кем мы работаем и взаимодействуем. Пока никаких изменений в этих связях, да, контактах Минздрава по этой линии нет. Мы продолжаем работать. Кристина Валерьевна, я правильно поняла, я уточню сейчас, вы сказали, добавились еще жизненно важные направления, да, по программе лечения за рубежом, о чем речь? Мы, кроме того, что направляем на лечение за пределы пациентов с острым коронарным синдромом, есть еще, скажем так, сосудистые патологии, которые также могут привести к смерти или к жизнеугрожающим состояниям наших пациентов. Поэтому это направление мы тоже предусмотрели в 2024 году, и такие пациенты будут направлены на лечение за пределы. Хорошо, вы затронули тему пилотного проекта, да, который был запущен в РКБ, благодаря которому удалось остановить отток кадров из нашей республиканской клинической больницы и повысить зарплату медикам. Что с распространением этого пилотного проекта на другие медучреждения? Мы знаем, что в планах это было, все остается в силе. Озвучена даже дата, если я не ошибаюсь, да, с 1 апреля. Сегодня вы слышали в рамках послания президента, что с 1 апреля предусмотрено повышение заработной платы в рамках работы системы здравоохранения, то есть в государственных лечебно-профилактических учреждениях по городам и районам мы внедрим пилотный проект, как это было в Республиканской клинической больнице в 2023 году. Есть хорошие результаты, есть действительно повышение заработной платы, которое мы видим как среди врачебного персонала, так и среднего персонала и младшего, в том числе не медицинского персонала.
Поэтому будем работать в этом направлении. Нами подготовлены соответствующие расчеты. И уже с 1 апреля мы будем готовы проводить работу в части реализации. Давайте конкретизируем. Да. Да, у нас был следующий вопрос. Была задача о повышении зарплаты с 1 апреля. То есть пилотный проект и повышение зарплаты можно ставить знак «равно» или как это? В данном случае для системы здравоохранения – да. Нами предусмотрена реализация пилотного проекта, то есть повышение заработной платы в государственных лечебно-профилактических учреждениях, как это было сделано в Республиканской клинической больнице. Поэтому мы этот опыт продолжаем в 2024 году. Так, и речь идет не только о медперсонале, да, то есть я правильно понимаю, и врачи... Это все сотрудники лечебных учреждений. Врачи, средний персонал и младший персонал. А известный уже процент, да, о котором идет речь, повышение заработной платы? По проценту еще говорить рано, конечно, мы будем видеть уже по внедрению в каждом лечебном учреждении. Скажу, что у нас есть дифференцированный подход по реализации пилотного проекта в государственных лечебно-профилактических учреждениях. Нужно не забывать, что у нас работает трехуровневая система здравоохранения, оказание медицинской помощи, и в рамках трехуровневой системы, конечно, предполагается более высокий уровень заработной платы в республиканских учреждениях, то есть на уровне третьем, и, конечно, первый и второй уровень – это тоже соответствующая зарплата, которая будет немного ниже, чем на республиканском уровне. А о каких конкретно идет в медучреждениях речь? Пока это лечебно-профилактические учреждения, то есть все наши центральные городские и районные больницы, поликлиники по городам и районам, их коснется в первую очередь пилотный проект в 2024 году. Сельские амбулатории в том числе? Тоже, конечно, это подразделение наших районных больниц, да. Было обращение к Минздраву о том, что нужно переходить, да, на электронный формат общения между медучреждениями и пациентами. Можете ли вы прокомментировать сейчас этот момент? О чем идет речь и есть ли какие-то подвижки? То, о чем говорил президент, это в большей степени касается не электронного взаимодействия пациент-врач, а электронного здравоохранения в целом. То есть цифровизация системы здравоохранения – это электронная история болезни, это электронная амбулаторная карта, это электронный больничный лист, это учет медико-фармпродукции. То есть то, что мы, в принципе, планировали и реализовали часть в 2023 году и продолжим работу в 2024 году. В прошлом году мы вели работу в части электронной регистратуры и электронного учета медико-фармпродукции. В этом году мы продолжаем эту работу и надеемся, что мы охватим уже и стационарные лечебные учреждения. А что касается электронного взаимодействия врач-пациент, то здесь в большей степени, наверное, касается это электронных обращений, которые поступают как в адрес Министерства здравоохранения, так и электронных обращений, которые поступают в государственные лечебные учреждения для их обработки и подготовки мотивированных ответов. То есть можно говорить о том, что в обозримом будущем мы сможем, к врачу записываться, выходя из дома, да, не названивая по многу раз. Потому что проблема есть. А какие-то сроки можно ли назвать? Наверняка у вас есть планы конкретные. Что касается электронной регистратуры, это будет реализовано в 2024 году. Учет медико-фармпродукции электронной в стационарах тоже будет уже реализован в 2024 году. А вот что касается стационарной карты пациента, то это уже, конечно, мы посмотрим на протяжении 2024 года, насколько мы сможем осилить это по объему. Спасибо. С нами на связи была министр здравоохранения Кристина Албул. А это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости, все самые важные и интересные события этого дня. Не переключайтесь, оставайтесь ТСВ.